С 2009 года и по нынешний день 46 заседаний парламента прошли поздно вечером, то есть после 18:00. Четыре из них во время правления Альянса АКУМ-ПСРМ. Так, вечером 8 июня 2019 года проголосовали за правительство Майи Санду, а присягу тогда принесли практически под покровом ночи. Еще одно заседание, состоявшееся после захода солнца с участием Альянса АКУМ-ПСРМ, прошло 31 июля, напоминает портал Politics.md. Тогда разрешили диаспоре голосовать с просроченными документами, а гражданам Молдовы из-за рубежа жертвовать деньги политическим партиям. Maxim 3 salarii medii, exclusiv prin transfer. Типул Дин Майами, ну, платит фати трансферу банкари. Портал Politics.md также напоминает, что 15 августа 2019-го депутаты от ПСРМ и блока АКУМ организовали внеочередное заседание после 8 вечера. Но самое продолжительное заседание парламента за время коалиции ПСРМ и блока АКУМ прошло 16 сентября 2019 года и длилось почти 10 часов, закончившись почти в полночь. Тогда депутаты проголосовали за реформу прокуратуры, которая позволила Майи Санду организовать конкурс на назначение кандидата на должность генерального прокурора. Conform propunerii legislative cu care venim, avem trei trepte, trei filtre, dacă doriți. Una, comisia la Ministerul Justiției, doi, CSP și a treilea este președintele țării. Eu cred că acest mod de colaborare între instituțiile statului va asigura un rezultat pe măsură la selecția procurorului general. В тот же день блок АКУМ и ПСРМ подписали новое политическое соглашение.